Всем привет, мои хорошие, с вами Эка Эмили, и сегодня у нас с вами Макдональдс. Почему именно Макдональдс, я могу объяснить. Скоро начнется изоляция у нас 21 числа. Макдональдс, KFC, вообще другие фастфуды, к сожалению, не смогу снимать, потому что эти рестораны будут закрыты. Вот у нас с вами здесь наггетсы, луковые кольца, здесь... не знаю, как правильно назывался этот гамбургер. Секундочку. Но, к сожалению, здесь тоже не написано. В общем, такой гамбургер. Я взяла меню, и в меню полагался соус, даже два. И они забыли меня спросить, какой соус я хочу, и дали мне горчичный. А я ненавижу горчичный. Вот любой соус мне дай, я съем, вот горчичный нет, не люблю. Ну, давайте попробуем. Я вообще горчицу просто не люблю. Ой, господи. Господи, какой ужас. Почему вы меня, ребята, не спросили? А я совсем забыла. Обычно спрашивают. Ой, нет. Я это есть не могу. У меня здесь есть сырный соус от Heinz, который мы сейчас просто съедим. Обожаю сырный соус. Еще бы найти такой кисло-сладкий. Вообще будет сказка. Вообще будет бомба. Я сегодня снимаю для вас влог. И, возможно, вы удивитесь, но я буду там в перчатках. То есть я решила выходить на улицу в перчатках и в маске. Это жутко неудобно. Прям невозможно. Проблема в том, что я вчера вечером... узнала о том, что мой одноклассник, точнее бывший одноклассник, заболел коронавирусом, и сейчас он лежит в реанимации. У него попутные какие-то, знаете, сопутствующие заболевания тоже были. И я в очередной раз поняла, что... вот эта вот тема движуха с коронавирусом, это никакой не движ, так скажем, а реально опасность. И я вот начала носить перчатки и маски. Я чувствую ответственность не только перед собой, но еще и перед пожилой бабушкой. Потому что ей 90 лет, и может быть я заболею, я-то выздоровлю, а она выздоровеет? Это большой вопрос. Не знаю, насколько меня хватит, потому что, вы знаете, людям уже конкретно надоело жить в состоянии того, что о, вирус, да, ну сколько можно, ладно, месяц, два месяца. Мы живем в этом состоянии уже, наверное, полгода. А что, если это будет длиться, не знаю, 2-3 года? Поэтому не знаю, как долго я буду носить перчатки и маску, но пока что у меня мандраж. Вот я узнала эту новость, я такая думаю, блин. Мы тут с братом поговорили. И решили, пусть даже мама там в деревне и остается. Пусть не приезжает обратно сюда. Потому что там она находится... в самоизоляции, просто никого нету. Один большой дом двухэтажный получается. И соседи, которые каждый в 200 метрах от тебя. В деревнях все-таки этот вирус развивается не с такой геометрической прогрессией, как, например, в городе. Тут проблема в моем отце. Папа работает в сфере железных дорог. И, естественно, он сталкивается с потоком просто людей. И, как вы понимаете, это очень опасно. И брат предложил мне такую тему, что давай папа возьмет отпуск за свой счет, а я просто буду отправлять половину своей зарплаты папе. Я подумала, что это просто гениально. Потому что папа, он у меня такой человек, у него
очень слабый организм, очень слабый иммунитет. Я побаиваюсь насчет него. Ладно, папа работал где-то бухгалтером, например, да? Например, он контачит с коллективом своим, и все. А железные дороги это дело такое. То есть пассажиры, постоянно люди новые. С Фатей разговаривали на этот счет. Фатя говорит, что я не могу вот так вот жить уже на протяжении полгода. А вдруг еще год так будет? Короче, в общем, как-то так. Хороших новостей нету пока что. Просто, когда ты слышишь, что твой одноклассник заболел, кто-то из родственников, у тебя уже появляется какая-то ответственность. Ты думаешь, блин, реально, сплошь и рядом это все. Особенно за бабушку. Я ее, честно, очень сильно люблю. Она вот все не ест, например, вот Макдональдс, не знаю, какие-то соусы. Она любит вот все деревенское, все, что она знает, как готовиться, с чем готовиться. Просто вот любой соус, майонез, кетчуп, она все это не ест. Каждый раз, когда я захожу в магазин, я специально ищу то, что она ест, и всегда покупаю это. В общем, я считаю, что залог нашего успеха заключается в том, чтобы уважать, ценить и оберегать старших. Как-то так. А я, кстати, снимаю для вас влог. Как я ходила в Макдональдс, как это все брала. Что мне нравится у нас в Макдональдсе? Я была в Макдональдсе в России и была здесь. Там в Макдональдсе как будто все какие-то злые, обозленные. Второй уже раз я замечаю, что когда мне отдают мой заказ, кассир с такой улыбкой, приходите к нам еще, и вот отдает этот пакет мне. Так приятно, реально. Хоть стоит огромная очередь, по большому счету этому кассиру вообще не до тебя, ему вообще посрать на тебя. Но с такой улыбкой. Ой. Мы с тобой еще не скоро встретимся. Такие дела, ребят. У меня есть такая идея пойти к Фате, остаться ночевать у нее. И поснимать для вас видосы, потому что я читаю комментарии, я знаю, что вы ждете видео с Фати. Мы постараемся это все организовать. Господи, как это вкусно. Как это вкусно. Тиктоки поснимать для вас. Мне какая-то странная привычка, которая очень не нравится моему парню. Например, мне поступает какое-то предложение по рекламе. Я сама принять решение не могу. Я созваниваюсь с Фатей. Но не прям такие мелкие предложения, как, например, в Инстаграме. Я сразу начинаю советоваться с Фатей. Я желаю всем вам иметь подруг, на которых вы можете положиться, с которыми вы можете посоветоваться. У меня всегда конфликты возникали тогда, когда мы, например, с подругой общаемся, и появляется какая-то третья наша подружка. Вот тогда уже появляются недопонимания. Как это вкусно. Вот
идешь в любой ресторан, да? Один раз тебе принесли булку суперсвежую. В следующий раз ты приходишь туда же, и, например, булка не свежая. А вот в Макдональдсе она всегда свежая. Это прям подкупает, ребят. Я бы так хотела, чтобы Макдональдс со мной сотрудничал. Потому что, ребят, я уже год вас пиарю просто так. За бесплатно. Но я реально люблю все, что они делают. Все, что Макдональдс просто дыхнет, не знаю. На стену мне нравится эта стена. У меня есть друг детства. И мы с ним периодически общаемся, парень. И как-то он мне написал, а потом позвонил по видеозвонку буквально 3 дня назад. А если честно, когда он звонил по видеозвонку, я купалась. Я согласна, что вина во мне. Но потом я забыла ему перезвонить, но он буквально вчера утром написал мне такое сообщение. Ты, говорит, мусор, который я написал, даже не читаешь. Ты меня за человека не считаешь. Я ему объясняю, что я не видела. То есть я видела, но я забыла. Если честно, я не люблю, когда мне предъявляют за то, что ты мне не написал. Вот как вы считаете, что нужно делать в такой ситуации? Я понимаю, что я тоже не права, но как бы так в грубой форме он написал такой большой текст. Мне даже как-то некомфортно стало. Просто вкуснотища. Булочка прям мягенькая-мягенькая. Это просто как будто мочалка. Все равно, если сравнивать Макдональдс и KFC, я предпочитаю Макдональдс. Например, если сравнивать стрипсы и наггетсы, я предпочту Макнаггетсы, потому что они более мягенькие. Не знаю, мне больше творчество Макдональдса нравится. Это тоже все заказывала из аппликейшена. Так намного дешевле. Не то, что намного. Процентов, наверное, на 30 получается дешевле. 30% это тоже деньги. Блин, я не могу эти реснички отодрать. Я накрасила тушью. У меня, получается, верхние реснички, они просто соединяются с нижними. И я так тяжело открываю глаз. Очень вкусно. Человек, который не очень любит лук, луковые кольца обалденные, они идеально ровные. Я наелась.
Картошечка уже была лишняя. Немножко сверху села, но до конца доесть не удастся. Тем более видео уже 18 минут. Так что мы с вами закругляемся. Но сегодня будет еще видео. В общем, на этом все. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока.